Протесты против ареста губернатора Фургала в Хабаровске уже стали важнейшим политическим событием, вне зависимости от того, чем они закончатся. Путин вон! Путин вон! Хабаровские протесты показывают нам настоящее отношение людей к Путину. И что нам внушает пропаганда? Его не любят только оторванные от народа либералы, а простые люди поддерживают своего президента. Так вот, это Хабаровск. Там как раз простые люди. Это и есть народ. Давно, кстати, не слышал, чтобы какие-то слова на митинге так поддерживали. Теперь понятно, почему власти испугались митинга против путинских поправок в Москве. Устроили обыски, допросы, сам митинг не согласовали. Ну, представьте, что было бы, если бы на улице Москвы или Питера вышел такой же процент населения, как в Хабаровске. Это главный урок и следствие протеста в Хабаровске. Когда на улице выходит реально много людей, их никто не разгоняет, власть боится народа. Стоит людям действительно массово выйти на улицу, все становится по-другому. Но именно массово. Летом 2019 года в Москве на самый массовый митинг вышло 60 тысяч человек. Это 0,5% от 12 миллионов жителей. И как же мэр Москвы отреагировал на эти протесты? Как я оцениваю, как массовые беспорядки. Заранее спланированные и хорошо подготовленные. А в Хабаровске на улице вышло 35 из 600 тысяч населения, почти 6%. И как уважительно сразу реагирует зампред правительства края. Хотелось бы поблагодарить вас всех за разумное выражение своей гражданской позиции. Чувствуете разницу? И как ведут себя силовики? Вот в Москве космонавты атакуют граждан. А вот в Хабаровске спецназ тихонько, короткими перебежками занимает оборону в здании администрации. Вышло на митинг не 0,5% населения, а 6%. И какая сразу разница? То, что люди ассоциируют себя с регионом, где они родились и выросли, с регионом, чьи потребности они знают точно лучше, чем Кремль, это нормально и хорошо. Россия слишком большая и разная, чтобы быть унифицированной. А в Кремле этого не понимают. И не принимают. И значит, мы увидим еще много региональных историй, похожих вот на эту.